Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Коммуна. В огромной вилле, расположенной в фешемебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства до тех пор, пока Эрик не приводит в дом свою новую возлюбленную. «Уходи мою жену» 2013 года. Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступникам выкуп, он скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот. «Великий Гэтсби» 2013 года. Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Карауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Тело. Грузовик сбивает человека, убегающего от кого-то или от чего-то в панике. Прибывшие на место полицейские выясняют, что это ночной сторож из близлежащего морга. Так что так напугало несчастного? И куда делся из отсека Н3 недавно привезенный в морг труп? Большая игра. Американский журналист МакКефри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза, давнего друга МакКефри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочат миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние. Еще одна из рода Болейн 2008 года. Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Герцогиня 2008 года. Джорджина была непосредственной девушкой, она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Деваншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов? Хэвен и чья дочь? У Хэвен никогда не было близких отношений в семье, но эмиграция матери, то есть ее формальная утрата, девушку несколько подкосила. В личной жизни студентки киношколы тоже не все гладко. Ее секретный роман с женатым преподавателем не такая уж тайна от окружающих. Хотя даже разоблачение и риск потерять все не заставляют профессора отказаться от Хэвен. Любовь. Любовь вне добра и зла. Любовь – это генетическая потребность. Это дар и проклятие. Любовь – это болезнь, наркотик. Это потеря и обретение себя. Любовь – это самое прекрасное и самое ужасное в нашей жизни. Любовь – это переплетение душ и соединение тел. Любовь – это возбуждающая сексуальная мелодрама о парне, девушке и еще одной девушке. Призрак. Еще вчера Юрий Гордеев, амбициозный авиаконструктор и любимец женщин, был в шаге от своего триумфа. Его самолет Юг-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!